Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 8 апреля 2021 года. Будем сеять на рассаду капусту белокочанную июньскую. У меня пачечка простая, картинки нету, показать внешнего вида я вам не смогу. Я выращиваю ее каждый год. Очень вкусная ранняя капуста. 90-17 дней от схода, срок созревания. Весит килограмм или 2400. Сорт ультраскороспелый. Кочанники округлые. Созревание кочанов дружное. Но очень ее любит у меня. Слизни ее очень любят. Я пробовала ее солить на зиму. Очень вкусная получается капуста соленая из ранней. Так, у пачечки прилично семян, но я всю ее высаживать не буду. Будем высаживать рассаду без земли по туалетной бумаге. Где-то слоев 5 я положила бумаги туалетной, пролила кипятком, земля теплая. Естественно, подписала, простите, не земля, а бумага теплая, заварилась. И когда она проклюнется и подрастет немножечко, она прекрасно растет туалетной бумагой, я ее высажу на улицу, уже должна будет пройти у нас зима, у нас сегодня зима, под ведро, а потом, немножко попозже, когда силы наберет, я ее рассажу. Я потом вам покажу, как это делаю. Буду сеять ее в 2 приема. Вот сегодня посею половина, и половина через неделю посажу тоже на туалетную бумагу и тоже в контейнер. Разделила я ее вот на 2 раза. Сейчас посыплю. Произвольно вот так разложила, пусть прорастает. Почему я на туалетную бумагу? Потому что у меня нету земли больше магазина. Я покупать из-за капусты я не хочу. И своей пользоваться не хочу. У нас земля очень тяжелая, рассада будет плохая. Ну, потом дальше я вам покажу, как я буду делать. Даже очень интересно, как это будет дальше у нас расти и развиваться. Она обыкновенно просто будет расти. Сейчас я вам покажу, которая у меня уже проросла в контейнере. Я сеяла рассаду «Казачок». Но снимала я на другой канал, на Дзене у меня есть канал, называется «Живи, радуйся». Я это видео снимала для того канала. Сейчас покажу, как проросли семена. Вот видите, как она у меня проросла? Сейчас корешочки, они вон схватятся с туалетной бумагой и будут прекрасно расти. Ну, где-то вырастут у меня на сантиметр. И я ее буду высаживать под ведро на улицу. Это, если даже ничего у меня не получится, ничего страшного. Семян много, не жалко. А учиться нужно всему. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости, как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Пока.